Здравствуйте, уважаемые подписчики Garden Zoo. Сейчас у нас конец ноября, начало декабря, и, казалось бы, на дачном участке делать нечего. Но нет, работа садовода, огородника и цветовода не заканчивается круглогодично. Сейчас, чтобы не упустить время, мы обратим внимание на цветы, которые сажают именно в эти последние месяцы года, и которые сажают в декабре, январе, феврале, чтобы не упустить время. Сейчас огромное количество семенного посадочного материала можно выбрать, и поэтому не упустите момент. Вот первое, что я вам советую, это вот очень хороший гелениум осенний. Это многолетник. Единожды посадив его вот сейчас, когда снег то выпадет, растает, то опять покроет землю, как раз выберите момент, когда можно посеять вот этот вот многолетник. Высота этого солнечного цветка 1,20 м, и всегда где-то на заднем плане у вас будет яркое пятно. Он даже несколько похож на эхиноцею. Эхиноцею тоже можно посадить, она многолетняя. Разнообразные окраски тоже можно посадить сейчас в землю. Или, если упустите, если снег уже покроет землю, или на дачу уже не выезжаете, то можно посеять в январе, феврале в ящики на рассаду, так как у них очень длительный вегетативный период. Очень длительный. Сажать рекомендую в эти 3 месяца, декабрь, январь, февраль, вербену. Вот здесь вот разноцветное такое... Очень много смесь, то есть разных цветов этой вербены, гербидны. Очень хороший нарядный бордюр. И опять же, вы не пропустите время. Весной и так будет много времени для работ. А у вас уже посажен красивый цветничок. Гвоздика шабо. Некоторые садоводы забывают об этом цветке. Но это очень замечательная гвоздика. Тоже ее сажают вот именно первые месяца года. Конец декабря, начале января, ну и февраль можно. Рекомендую также приобрести семена пеларгонии. В простонародье называют герань. Семенами. Как правило, черенкованием ее делят. Но не забываем, что семенами сохраняется сорт. И поэтому именно сейчас можно приобрести и посадить тот цвет герани, который вам больше нравится. А можно разнообразить. Тоже сажайте в эти месяца. Сейчас очень популярно стало замечательное такое растение, как эустома. Многие садоводы, которые эту эустому сажали, знают, что очень долго она сидит в горшках рассадных. Очень долго, даже когда семена всходят. Они месяц-полтора находятся в одном положении, так как они наращивают силу, наращивают корневую массу и имеют очень большой срок наращивания этой зеленой массы до того, как этот замечательный цветок сформирует целый букет из одного корня. И он очень напоминает розочку, очень красивый, кустовой. Тоже очень огромное количество расцветок. И именно сейчас тоже не упускайте момент. Можно попробовать вырастить из семян. Рекомендую посадить лобелию длинночерешковую. Это хоть и однолетник, но если вы посадите на рассаду вот в январе-феврале, то уже в мае, в июне вы будете радоваться расцветкам очень красивым. Тоже рекомендую этот цветок. Примула. Многим цветоводам знаком этот цветок. Разнообразие расцветок. Эту примулу тоже сажают. Либо вот сейчас в ноябре, ну даже в октябре сажать в землю под осеннюю посадку. Либо далее в рассадник в начале января-февраля. Тоже очень длинный период, чтобы получить эти цветы как раз вот летом ранним. Не ближе к осени. И последнее, на что я хотела обратить ваше внимание, это бегония. Бегония, вот в данном случае персиковая, но тоже очень большое разнообразие расцветок вас обрадует. И эту замечательную бегонию тоже сажайте вот именно в конце года, в начале года. Не упустите момент. Сейчас большое разнообразие этих цветов.
не упустите момент, посмотрите у себя, какие цветы вам еще надо купить или наоборот начать покупать эти цветы с длинным сроком созревания, так скажем. На этом все. Если вопросы у вас появятся или хотите дополнить свои опыты в произрастании таких растений, то пишите в комментариях, мы обязательно вам ответим. До свидания.